Протяженность канализационных сетей в городе Басарабяска составляет 16,5 километров. Если большая их часть нуждается в капитальном ремонте, то есть участки, которые ремонту не подлежат. К таким относятся территория возле бывшего завода «Мизон», общества слепых, а также по улице Матросова в микрорайоне Фламында. Работы по замене старых канализационных труб на новые начались здесь еще в 2016 году в рамках проекта, финансируемого экологическим фондом. Его бюджет составляет 2,5 миллиона леев. В данный момент реализация проекта приостановлена, так как подрядчик не получил оплату за уже проделанную работу. Деньги от доноров хоть и с большим опозданием, но поступили. Сейчас совету нового созыва предстояло принять решение о том, чтобы перечислить строителям порядка 135 тысяч леев, чтобы они возобновили работы по замене канализации по улице Матросова. Мы говорили с подрядчиками, он говорил, что он первоначально, я ему не предоставил, не подписал те документы о проделанной работе. Он обещает о том, что он придет, восстановит только те трубы, которые он уже уложил, поставит новые колодцы и начнет работы для того, чтобы завершить эту часть работы. И только после этого будет сделан прочестный бал, будет подписана смета, которую он предоставит нам. И только после этого мы будем предоставлять эти документы экологическому фонду. Тем не менее, большинство советников высказались против того, чтобы перечислить указанную сумму подрядчику. Представитель фракции социалистов в горсовете Нина Капсамун аргументировала это тем, что на рассмотрение бюджетной комиссии не были предоставлены все необходимые документы. Я полностью согласна, что деньги должны быть выделены, но я объяснила, как председатель бюджетной комиссии, очень четко объяснила, что должен быть представлен пакет полный документов для того, чтобы бюджетная комиссия могла разобраться со всеми вопросами. Понимаете, документы, которые того нету, этого нет, я папку забыла, это неприемлемо. На бюджетную комиссию должны быть представлены все документы. Бюджетная комиссия их рассматривает и выходит с готовым решением на сессию. Примар города Валентин Чемпаеш, в свою очередь, уверен, что вся документация была предоставлена своевременно. Вот ту информацию, которую предоставляет советникам в лице председателя бюджетной комиссии госпожа Капсамон, это полное вранье. На бюджетной комиссии главный бухгалтер, она предоставила всю сметную документацию о проделанной работе. Вот то, что советники и бюджетные, находящиеся в бюджетной комиссии, не захотели рассматривать этот вопрос, это уже другая тема для разговора. Все вопросы, которые поднимаются на совете, мы предоставляем все документы на комиссии. Я вижу за последние 2 месяца, что некомпетентность наших советников влечет просто распаду нашего города. Данный вопрос вызвал жаркие дискуссии в зале заседаний. Разрешите, я скажу, я в этой комиссии, я скажу, как было. Деньги когда поступили, я как член комиссии, я не знаю, деньги когда поступили. Вы не сказали, кто перепутал, какие меры были приняты. Ну как, если деньги пошли куда-то, кто-то должен отвечать за это. И, во-первых, вы пришли неподготовленно на комиссию. Пошли, полчаса мы ждали, пока вы папу привезли. Боже мой, полчаса даже комиссии не могли. А что? Предоставьте документы, и все, вопрос решен. Никто никого не тормозит. Не надо говорить, что кто-то оставляет палки в колеса. Вот и все. Давайте просто будем жителями этого города. Мы каждый день видим, что там творится, где вырыли такую яму, где садик, где грязь. Никакой фонд. Если фонд откопают, если фонд выделен, я не знаю, если вы не связаны были с фондом, там надо отчитаться за 0,01. Если ты ее перерасходуешь, ты за это отчитаешься. Поэтому давай. А если они заберут эти деньги обратно? Да что вы говорите? Мы такие все уверены. Мы такие фонды просто не разбрасываются деньгами, поверьте. Другие советники также высказали свое мнение относительно продолжения проекта по замене канализации. Это вообще уже взяли и отклонили. Сейчас как раз хорошая погода для того, чтобы продолжить и закончить. А здесь отклонены. Здесь они даже не понимают о том, что если взять юридическую составляющую, та фирма, которая выполняет эти работы, если не будет им оплачена, они имеют полное право юридическое подать в суд. И советники, которые проголосовали здесь против этого, они еще могут нести личную ответственность.
За перечисление строительной фирме 135 тысяч, предоставленных экологическим фондом, проголосовало 5 советников, против 14. Еще 2 советника воздержались. К системе центральной канализации в Басарабяске подключено порядка 1400 абонентов. 90% из них живут в многоквартирных домах. Жители частного сектора вынуждены по старинке пользоваться выгребными ямами.